Бонус. Очередной наезд на наше видео. Но оно содержит материалы, защищенные авторским правом. Всякий пердеж защищен авторским правом. Мы случайно свистнули в той же тональности, что и какой-нибудь стример. И теперь он монетизирует наше видео. Ничего делать не нужно. Просто за просмотр рекламы в нашем видео он будет получать денежки. А нам это надо? Мы просто уберем звук. И все. А видео со звуком сотрем. Да. А мы едем за туманом, и за деньгами, и за запахом, понимаешь, такие. Ой, там кого-то. Кого-то угробили. А лоды онлайн. Герой, любитель живой природы. Гуанист и Инверменталист. Эколог. Суфражист. У него подручный мишка. Вот он попом и сидит. А он типа германский воин с косичками. Косички, чтоб вы знали, защищали воинов от секущих ударом мечом по шее. Они заплетали себе косы. И коса останавливала меч. Такой вот дизайн. Ушки еще у него на макушке. Все. Хорошо. Хорошо стреляет. Малец. Ну что делать? Каждое видео так буду переписывать. А видео у нас 3000 с чем-то. На 3000 мы решили обойтись видео без звука. А то нас достают эти подлые людишки, которые якобы имеют права на звук. Использовали
бесплатные песни времен гражданской войны в видео. Они в свободном доступе, на сайте есть. Это какой-то скандинав, мягко говоря, тоже до нас, правда, скоммунизмил коммунистические песни и вставил свое видео. И теперь песни, которые принадлежат всему народу, за истечением срока авторских прав. Хотя тогда авторские права не оформляли. Ну ладно. Там народный хор, понимаешь, исполняешь. Вот. Он скоммунизмил, вставил и заявил свои права. Теперь, если советские песни кто-то использует в своем видео, будет делиться с ним заработком. То есть полностью отдавать денежки за рекламу. Нам-то вообще ничего не платят. YouTube этот. Мягко говоря, YouTube. Наютубил всех ютуберов. Оставил бескровно заработанных денежек. Зачем так сделал? Он остался без спонсоров основных. Плюнули на него и ушли. Потому что контент не нравится спонсору. Они не хотят рекламировать свои подгузники во время геймерского стрима. Поэтому ушли. И не платят Ютубу. А он решил не платить ютуберам. Вот так. Вот вам и капитализм. Поэтому я вам всегда говорю, наплюйте на капитализм. Стройте коммунизм, в котором жил когда-то я. Подписывайтесь на наш канал, если что. Лайкайте, лайкайте. Делитесь и размножайтесь, комментируйте. И будет вам по делам вашим. Держитесь. Ой.